Как Рождество уже немыслимо без мандаринов и выпечки пипер-кукос, так для студентов и педагогов Даугавпилсского университета оно невозможно без традиционного базарчика. Уже 11 лет в преддверии праздников студенты факультета искусств и музыки проводят выставку-ярмарку. В университете есть очень много творческих ребят, которые создают, по моему мнению, очень хорошие и прекрасные работы. И почему нет и остальным нашим окружающим купить какие-то, скажем, рукоделия, то есть изготовленные вещи руками студентов. Это всегда приятно, это всегда персонально, это значит, ну так, индивидуально. В этом году однодневная выставка носила название «Пипаркуку Мэшс». Съедобных экспонатов нами замечено не было. Зато художники, дизайнеры, будущие педагоги и прочие авторы работ на славу порадовали душу. Елочные игрушки, поздравительные открытки, картины, бижутерия. Студенты продемонстрировали великолепную фантазию. Ярмарка этого года выделяется многообразием, прикладным искусством, невероятно интересной бижутерией, различными особыми изделиями, в которых студенты показали свою самобытность, свой творческий почерк, свой художественный взгляд на мир и вещи. В этом году очень интересные картины, написанные в стиле импрессионизма, яркими красками, что очень удивляет, учитывая время года, зиму. Видеть мир таким красочным может только художник. С мнением, что работы художника должны нести радость, согласна студентка первого курса магистратуры Карина Короткова. Героями ее работы, выполненных акварелью, стали сказочные звери. Такие иллюстративно яркие работы, что-то такое магическое, чего в реальной жизни, наверное, трудно встретить. Такое космическое, какие-то идеи, когда звери отправляются в космос. Вот что-то больше нравится рисовать, что-то такое несуществующее, выдуманное. Потому что существующее мы видим каждый день. Карина уверена, чтобы успешно продавать свои работы по всему миру, не нужно покидать наш маленький город. Сейчас лучшее место для рекламы – это социальные сети. Именно там ее и нашли первые покупатели, кстати, из Америки, которым понравилась выставленная художницей картина. Однако, на взгляд девушки, по-прежнему важны подобные ярмарки, когда покупатель лично может пообщаться с автором работ, спросить совет при выборе картины, а художник, в свою очередь, рассказать, чем именно его нереальный мир такой особенный.